Здравствуйте, друзья. Пишем «Ночной город». Вот. Будем сейчас исследовать тему. Итак, у меня холстик тонированный, но это не потому, что здесь нужен тонированный. Просто он у меня единственный по формату подходил. Итак, кисть у меня от предыдущей работы. Вы видите, какого цвета. Я избавляюсь от... Короче, набираю тональные пятна. Итак, черный, розовый, охра. Чистый разбавитель использую. Белила. Синий. Композицию будем уже приращивать к тому, что есть на этом формате, там пошире, поквадратнее, еще квадратнее вернее. Вот, поэтому будем смотреть по обстоятельствам, сколько нам понадобится. Вернее, какая композиция нас устроит. Небесно-голубую достал. Белила. Так, вероятно, домик уйдет вверх. Уйдет, и там растает. Разбел охры. Примерное месторасположение улицы. Примерное расположение дороги.
еще домик. Штриховка мастихином, достаточно геометрично, что дает эффект городской архитектуры. Очень выгодный вот этот кусок вот этого здания. Но за ним темный. Для темности возьмем черноту, то есть черный. Возьмем синий. Снова черный, синий. А, ну, с белилами, с белилами. Здесь почти вертикально уходит вдаль козырек. Какие-то архитектурные элементы. Ну, прототип взял на этой картиночке. Отражение фар на линиях. Ага, чуть-чуть, да, чуть-чуть надо. На линиях они, конечно, уже не такие яркие.
Сашенька, как она тебе? Готова? Снимаю. Да нормально, нормально. Хватит или тетеньку где-нибудь пририсовать? Да, из тетеньки? Ну там вдалеке же лежит. Ну да. Все, тогда точка. Желаю успеха.